Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Королевство коротышек. Так, идем в бой. Так, посмотрим. У нас сегодня достаточно сложный такой уровень, но мы добыли новый меч, это очень здорово. Так, рыцарь, давай. Сейчас посмотрим. Победим их, нет? Без волшебства. Нет. Запускаем. А, смотри, у нас есть новый меч, и у нас меч позволяет замораживать наших врагов. Это очень хорошо. Смотри, мы их хорошо заморозили. Здорово. Так, а сейчас посмотрим. О, нет, это дракоша. Давай выпустим. Так, и стрельнем еще обязательно. Опа, есть, убили, нифига себе. Мы достаточно быстро его убили, можно было даже посохранять немножечко. Так, заморозочка, замораживаем. Давайте, добивайте наших врагов. Враги очень быстро разморозились, вот скелетик. Так, ой, дракоша, блин, наш, убили рыцаря нашего. Вот это мощный какой. А, сундук, это очень хорошо, очень здорово мы получили сундук. Так, давайте спустим на него наши бомбочки. Так, ничего не помогло, стреляем, давай. Нет, смотри, мы не можем его победить. Давай. А, всех убили, все. Так, ну у нас находки есть, мы сейчас заем, и у нас есть сундучок. Сейчас попробуем открыть. Очень быстро, очень быстро. А, нет, не совпали. Не получается нам открыть. О, есть. Так, второй замочек. Есть, нифига себе, это вообще волшебство. Я даже не ожидал. Так, ну не знаю, сейчас получится, не получится. Опа, а, не получилось. Да ё-моё. Так, еще раз. И вторая попытка. Опа, нет. Так, ладно, так, сейчас попробуем. С первого. Так, оп, нет, не получилось, ладно. Сундук потом откроем, в следующий раз, ничего страшного. Так, что у нас здесь? У нас здесь появилась... смотри, шляпы мы собираем. Ну, ничего пока мы не открыли, ладно. Продолжаем. Так, сундук я потом в следующий раз открою. Так, идем в бой. Так, сейчас посмотрим. Так, мы, в принципе, мы не смогли победить. Не знаю, как сейчас получится, не получится. Так, заморозили. И сейчас будем добивать скелетиков. Они быстро очень размораживаются. Давай пустим на них бомбочки. Так, есть. У нас несколько шляп. Мы подобрали. Вот этот дракон, он очень такой сложный. Сейчас мы, запустим. Подожди. Давай. Сейчас мы запустим его. Есть. Запустили, и мы его уничтожили сразу, с первого раза. Так, сейчас заморозочку сделаем. Сейчас посмотрим, надолго хватит этой заморозки или нет. Нет, очень быстро заморозка использовалась. К сожалению, у нас убили опять рыцаря. Так. Ну... Может быть, и пройдем сейчас этот уровень. А хотя, не, навряд ли. Сейчас дракоша. Дракоша очень сильный. Ну, давай, ладно, стрельнем. Попробуем еще бомбочки. Не, смотри, у нас все, всех победили. Ну, радует только то, что шляп мы добыли. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, арсенал. Что мы тут у нас? Ну, шляпочки есть. А, смотри. А нет, ничего не добавили шляпы. Так, у нас новый будет шляпа у нашего волшебника. Ох, нифига, какой красивый, смотри. Корона. Ну, волшебник, старичок. У тебя красивая корона. Давай, поехали. Эх, давай опять бой. Да, сложный уровень, смотри. Мы сейчас попробуем. Попробуем. Сейчас заморозочку включаем сразу же. Опа. Ну, заморозки надолго не хватит, поэтому мы сейчас подождем немножечко и бомбочек сбросим. Есть. Давай. Опа, шляпа. Это хорошо, нам добавили шляпу. Так, сейчас немножечко подождем и... Так, заморозочку быстренько включаем. И подождем немножечко сейчас мощный удар. Есть, убили, представляешь? А в тот раз мы не смогли его убить. Так, закидываем бомбочками. Так. Бомбочек не сильно и много, в принципе. Ой, нет, убили рыцаря нашего. А, как жаль. Ой, так, ладно, смотрим. Так, докуда мы дошли? Так, а, мы на этом, мы тогда и мы здесь и проиграли, да? Тогда мы здесь и не справились с этим драконом. Так, посмотрим сейчас. Не, он сейчас убивает нашего лучника, и мы выстреливаем. И нифига, ай, чуть-чуть оставалось.
Ну ладно, радует меня еще только то, что нам добавляют очки опыта. Эх, так, зайдем в арсенал, посмотрим, что у нас здесь. Смотрим, шляпу мы можем. Ну, особо мы ничего не смогли здесь добыть. Ну, к сожалению. Ну, давай еще раз попробуем в бой. Так, смотрим. Так. Сейчас мы опять замораживаем их быстренько. Опа! Так, здесь его заморозили. И начинаем уничтожать. Так, давай, скидываем бомбочки. По-другому никак. Ух ты, шляпа. Шляпа это волшебнику. Ну, в принципе, у волшебника хорошая шляпа. Так, ну, дракона мы сейчас быстро убьем. Просто-напросто нужно немножечко подождать. Есть, давай. Есть, убили. Волшебник молодец. Так, сейчас сразу этих замораживаем. Так, и ждем, пока... Блин, быстро они размораживаются, очень быстро. О, меч. Так, давай, подожди. Стреляй. Есть, забираем меч. Фух. Ну, хоть понемножечку мы, в принципе, это добываем. Так, сейчас мы посмотрим. Нет, мы не успеем сейчас. Я жду, пока у нас... есть. Я ждал, пока у нас обновится более мощная... Бомбочки. Нет. Ничего мы не смогли. Не смогли в этот раз. Ладно, сейчас мы посмотрим, зайдем в арсенал. Посмотрим, что мы здесь можем. А, вот у нас у этого шляпы. Ну, в принципе, это долго будет. У нас шляпа 5 уровня. Ладно, давай в бой. Сейчас посмотрим еще раз. Так, сейчас опять сейчас быстренько заморозку делаем. Или пока. Или ждем. Давай подождем лучше заморозку. Чтобы 2 уровня была заморозка. Так, есть вот 2 уровня заморозка, но они сейчас немножко подольше будут заморожены. Есть, одного убили скелетика, 2-го. Ну, смотри, 2 шляпы мы подняли, хорошо. Так, дракоша у нас, сейчас мы дракошу сделаем мощным выстрелом. А, нифига, он еще и живой остался. Так, хорошо, следующий у нас враги. Так, мы сейчас скидываем бомбочки. Ну, в принципе, бомбочки должны убить их. Да, убили. Теперь смотри, у нас заморозка есть. Мы сейчас немножко подождем и... Вот так, заморозим. Хорошо, конкретно заморозили. Теперь ждем, когда у нас обновятся бомбочки и удар. Да, удар долго ждать. Давай бомбочки. Есть. Хорошо. О, нифига, смотри, ну мы зато хоть куда-то прошли. И то хорошо, смотри. Ой, сейчас мы можем... А, нет, убили нашего рыцаря. Давайте, ребятушки, давайте. На вас последняя надежда. Так, бомбочки. Есть, мы прошли уровень. Здорово, классно. Уровень мы один прошли. Хорошо, в бой. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Так, идем. Так, в принципе, здесь смотри... 3 злодея. Так, у меня такая, значит, тактика. Сейчас мы подождем и заморозку сделаем уже на 2 уровне. Так, все, замораживаем. Отлично, и все, и стараемся их добить. Так, есть у нас шляпа новая вышла. Ой, сундучок, еще 2-й сундук, классно. Так, теперь надо этого рыцаря убить. Все, мы убили, забрали сундук, это хорошо. Так, бомбочки, да, сбрасываем бомбочки. Так. А, ну все, в принципе, смотри, мы можем даже выиграть. Сейчас мы мощную... Ух ты, 2 зомбика. Так, сейчас заморозочку сделаем быстренько. А, не успеваем, я сейчас заморозку сразу ставлю. Потому что, ну, чуть-чуть мы не можем уже дождаться. Все, убили. Убили его, нашего рыцаря. Это очень плохо. Ух ты. Ну, мы все равно победили. Так, посмотрим, что нам дали. 2 сундука. Так, сокровища, что у нас здесь получается? 2 сундука? Да, 2 сундука. Так, есть один замочек. Второй? Нет, очень быстро все, смотри. Ладно, сундуки мы потом откроем. Так, арсенал. Заходим в арсенал и смотрим, что у нас здесь есть. Ага, у нас здесь у лучницы есть шляпочки. Так, ну, все равно у нас, смотри, 4 уровня тоже хорошо, в принципе. Ладно, в следующий раз нам что-нибудь это даст. Так, ну что ж, в бой и попробуем сейчас в бою. Сейчас мы посмотрим здесь этот уровень, как мы... сложный, не сложный он. А, смотри, с дракона началось все.
Так, ну мы сейчас заморозочку сделаем, подождем, пока у нас дойдет до второго уровня заморозка. Опа, и замораживаем быстренько. Все, теперь они намного дольше в заморозке находятся. Так, есть, мы победили. О, смотри, долго он в заморозке. Так, бомбочки я вот жду. Не надо ждать, наверное, бомбочки сразу закидывать. Так, ну, в принципе, этот у нас несложный, но мы сейчас столько бомбочек у него потратили, это очень печально. Ладно, так, сейчас мы выстрелим. Есть, меч, нифига себе, вот этот нам бы меч бы, а, поднять. Так, давай, сейчас бомбочек еще кинем, ну а что, куда деваться? Давай, нифига себе. Блин, мы не сможем меч поднять, если мы не заберем меч, это очень будет печально. Давай, ай. Давай, волшебник, на тебя вся надежда. Давай, убей. Еще немножечко осталось. Еще немножко. Есть. Один меч и второй. Мы два меча. А, меча. Вот меч стоит. Блин, мы так далеко от него отошли, мы не можем его забрать. Ё-моё. И все, у нас убили. Два меча только подняли. Ну что ж, тоже хорошо, в принципе. Ну, я думаю, мы попробуем эти мечи добыть в следующий раз. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.